На связи мне Межейки. Вот. В общем, такое дело, друзья. Решил я отказаться от самого дорогого, наверное, от стабильного. Не, как там правильно сказать? От постоянного стабильного дохода. Вот. В общем, решил я уволиться с работы. Потому что, ну, вообще не справляюсь с хозяйством. Вот. Столько дел, еще и ремонт надо делать. А тут только одно хозяйство занимает все время. Вот. И некогда будет даже ремонт отделать. Так что вот такие вот дела. Будем теперь жить только с хозяйства, как говорится. Вот. Да, работа, конечно, была хорошая и помогала мне долги выплачивать. Вот. А теперь придется как-то выкручиваться чисто так. Вот. И первое, что я понял, что мне надо сделать, какие у меня упущения. Вот. Это уже работа номер один, можно сказать. Это мне надо сейчас сделать этот загон. Хотя бы один общий сейчас. Вот. И выпускать сначала козлят, потом коз. По очереди. Одних загнал, вторых выгнал. А потом уже доделается вторая часть. И там будет отдельно козы, отдельно козлята. И пасти времени занимает прилично. Прилично, да. Надо и утром попасти, и вечером попасти. Поэтому я что решил это? Сделаю кормушки тут в загоне. И утром косой накосил травы, кинул им, и пусть они там едят. Уже не надо бегать. А потом, может, разживусь как-нибудь с этим электропастухом. Тогда уже будут пастись электропастухи, буду выпускать их туда. Вот. А что я там? Ну, конечно, я буду их вечером там по чуть-чуть, там часик какой выгуливать. Не только, чтобы они в загоне стояли. Вот. Ну, так я смогу сэкономить время с утра, чтобы это не пасти их. Козлята вот хитрые, смотрите. Не идут пастись, а идут там, где скошенное едят, скошенную траву. Конечно, так легче, да. Вот. Ну что, я уже тут начал городить. Вот у меня сетки немного есть. Но там ее мало, наверное, только на эту сторону хватит. Старой. Вот оно так получается. А дальше уже буду городить, чем есть, как говорится. Тут мне надо эти дрова сейчас уберу. Надо их перенести куда-нибудь туда пока что перенесу. Потом, может, пилу сделаю, порежется и это... Ну и тут, когда вторую часть начну делать, надо будет это все дрова в дровник, где что порубить и снести в это в дровник, чтобы козы тут по ним потом не лазили, не обкакивали, не обписывали. Ну тут еще хватает, да, чего. Там в траве еще лежат, их тоже надо пилить. Вот. Так что, может, даже дров не придется покупать, хватит того, что есть. Еще ж те надо попилить, что там есть. О. Тоже. Ну, это можно оставить на осень. Конечно, свежие лучек это пилить, пока не свежие, оно легче пилится. Вот. Чем когда уже сухое. Ну, раз сейчас другие приоритеты. Надо и сено косить начинать. Вот. На мое стадо. Вот я тачку, помните, я тачку показывал с такой надставкой, сделал, чтобы это сено возить. Так вот, мне надо две таких тачки летом каждый день заготавливать. Вот, это чтобы на зиму хватило. Но с учетом козлят, это может даже и не хватить, если я буду оставлять молодняка там несколько. Так, куда побежали? Вот уже. Главное, не на поле. Короче, унюхали, там поле дальше есть, это... что там, пшеницу пересеяли.
Там была зимняя пшеница, наверное. В итоге она вымерзла или вымокла, не знаю, что с ней случилось. Потому что всходы были хорошие, а после зимы оказалось, что там уже пустое поле почти. Вот так пересеяли весной пшеницу такую летнюю посеяли. Так эти унюхали и туда бегают. Приходится гонять. Вот такие дела. Козы тоже чуть что где-то отвернулся, хвосты задрали и туда бегом. Блин, бегать за ними. Ну, с другой стороны, в тонусе себя держишь, бегаешь за ними. Вот. А, кстати, вот нянька. Нянька трех котят вывела. Я там еще не смотрел, кто там, девочки, мальчики. Короче, вместе, там, где козлята стоят, она там с ними живет, с этими козлятами, и там и привела этих котят своих. Так что вот такое еще прибавление в хозяйстве, как говорится. Вот, Пумба. Пумба вообще уже не появляется у меня. Как это... Иногда бывает зайдет, но и то как-то ему там видно ошейник какой-то были от блох, наверное, нацепили. Вот, не знаю кто, наверное, может эти соседи тут что. Вот, и он ходил с такими большими глазами, просто вообще это такой, прям как не пумба какой-то. Вот. В итоге иногда бывает заходит, но так не подходит ко мне. Что-то он такой диковатый какой-то стал. Куда? Вообще в последнее время даже его так не вижу. А, ну у меня тут собака бегала. Отпускала это побегать. Так он, может, теперь и не заходит. Боится. Вот, тут уже дорогу обкосил, видите. Ну там трава совсем низкая. В том году нормальная трава была. Вот, докуда более-менее еще была, я подкосил. И туда вот так, всю дорогу. Что к участку идет. Ну, трава совсем слабенькая. Реденькая. И диск надо, наверное, все-таки новый купить для косы. Потому что тот с прошлого года, он зубья как-то чуть-чуть вверх поднялись. И оно уже так хорошо не скашивает, как раньше вот остается. Ну, еще... Видите, вот такие хвосты остаются. Ну, еще тут, конечно, влияет то, что трава редкая и это, и сушь стоит сухая, плохо косится. А вот где в тени высокая трава, густая, она хорошо скашивается, в принципе, нормально. Вот. Оказывается, чем реже трава, тем хуже ее косить. Вот. Козлятушки. Ребятушки. Носятся. Чё носится? Стали пиели. Нет, надо туда побежали. Потом туда. Ни минуты спокойствия. Вот они. Что, нянька, иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну иди сюда, мяукаешь. Где котятки твои, а? Где котята? Оставила их. Сама прогуляться вышла. Козлят попасти вместе со мной. Вот няньке понравились козлята. Она с ними тусуется. Ну трава быстро сохнет. Скосила она прям. Ну блин, может так и плохо, потому что она... Это быстро сохнет и такая хрупкая становится. Потом будешь согребать, половина останется, рассыпется. Так,
Участок я пока решил не косить. Это будет участок, буду подкашивать, чтобы козам давать. Вот то, что с участка. А там сейчас в начале деревни с людьми договорился, я у них сад обкашу. Там трава более-менее. Буду косить там. Вот. И плохо, что нечем возить, блин. Ну, хоть тележкой буду возить по чуть-чуть. Что сделаешь? Вот, поэтому... Потому что, наверное, в этом году сено будет еще дороже. Покупать сено, это, конечно, не вариант будет. А этим упряжёрам сколько сена надо, а? Траву идите ешьте, а не сено. Хитруги. Ой, так, еще веники ж можно заготавливать, тоже будет. Уже, кстати, можно и начинать. Но сначала буду косить, потом уже веники. В принципе, я так проехался туда по деревне, по соседней деревне есть манан, и это есть участки, ну они там ничейные участки такие. Вот, и там довольно такой неплохой бурьян растет. Вот, его можно выкашивать козам само то. Кстати, вот у меня в том году тут тоже ж бурьян был. Вот где козы пасутся, они как бы выедают эти все сорные растения. И они потом не растут. Кось, 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 кось. Хорошо, погода такая. Жарковато, конечно, косить, блин. Очень жарко. Тут земляника вот цветет, я тут косил ее, трохи подскашивал. У меня в саду там тоже есть земляничник. В этом году, похоже, земляники много будет, если не задождиться. Вот, когда она начнет спеть, то можно будет собрать немножко. Вот, смотрите, какие ягодки. Где тут сейчас? Словлю кадр. Ну, что не фокусируется. Вот они. Ай, комары, блин. Комаров с каждым годом все больше и больше. Кусаются, даже такая жара, кажется, должны уже в траве отсиживаться. Не, все равно кусаются. Вот они пасутся. Видите, что случилось с моей косой? Пришлось полностью разобрать и достать коленвал.